Жители Нерчинска жалуются на слив нечистот возле домов, который уже продолжается 5 месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале отделения Народного фронта по Забайкальскому краю. Со слов местных жителей, грязная жидкость сбрасывается возле города в неположенном месте, что вызывает невыносимый запах и представляет угрозу для окружающей среды. Власти города считают сброс несанкционированным. Но при этом возле карьера, где происходит сброс, установлена табличка «Свалка», а дорога туда проградирована.